Ну, что касается скорой помощи, если говорят, что есть 3 мобильные бригады, которые перевозят пациентов с коронавирусом, то на самом деле выезжает каждая линейная бригада. Сначала может обслужить это коронавирус под вопросом, потом поехать обслуживать гипертоника или там инфаркт, или же просто травма. Значит, есть костюмы, но их не хватает на количество людей. Сейчас нам запрещено на всех 3 членов бригады одевать костюмы. Лежит 3 костюма. Ну, то есть одеть, в принципе, можно 1. Если вот мы приехали, и нас будет там в течение дня подряд вызова, соответственно, нам этих 3 костюмов не хватит. Респираторов нам тоже выдано 4 штуки. К этим 3 костюмам. На 12 часов желательно, потому что они как бы их нет. Все одноразовые костюмы, то есть многоразовых как бы таковых нету. Сейчас еще негласно мы должны одеть эти все щитки, ходить на каждый вызов в щитках. До этого ходили в обычные маски. Маска нам 2 маски даются на 12 часов. Если вдруг мы перевезли коронавирус там под вопросом или там открытую форму туберкулеза, то потом начинаются вопросы, как мы можем списать эту одноразовую маску, поскольку и так же выдали на целые 12 часов. Соответственно, люди вообще полностью незащищенные.